А что же такое проспект эмиссии? Проспект эмиссии – это официальный юридический документ, сопровождающий выпуск ценных бумаг для информирования будущих инвесторов. В проспекте эмиссии описывается основная информация об эмитенте, выпускающем ценные бумаги, и о самих ценных бумагах. Обычно проспект эмиссии выпускают в форме брошюры. В Российской Федерации проспект эмиссии содержит данные об эмитенте, данные о финансовом его положении и сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг. В США проспект эмиссии содержит краткое изложение регистрационного документа о выпуске ценных бумаг. Особенно важно изучать проспект эмиссии тем игрокам, кто планирует заметную долю портфеля отвести под облигации, так как нюансы, которые может содержать проспект эмиссии, могут существенно повлиять на доходность облигаций и в целом на торговую стратегию по ним. Удачных торгов!